Добрый день, дорогие друзья! В июне день рождения Ивана Александровича Гончарова. И этот выпуск литературной гостиной мы посвящаем нашему знаменитому земляку, замечательному русскому писателю. По традиции, 18 июня каждого года широко праздновался на Ульяновской земле Гончаровский праздник. В этом году праздник состоится, но в другом формате, в онлайн-формате. У нас в гостях Дарья Николаевна Волочек, сотрудник историко-мемориального центра музея Ивана Александровича Гончарова. Вы услышите анонсы программы Гончаровской. Но хочу заметить, что все анонсированные видеопрограммы можно будет позже увидеть на сайте музея Гончарова. Итак, слово Дарье Волочек. Добрый день, дорогие друзья! 18 июня 2020 года мы отмечаем 208-летие со дня рождения Ивана Александровича Гончарова. Работа музея Гончарова продолжалась и в условиях пандемии коронавируса. Эти условия диктовали нам новые реалии и требовали от нас новых вариантов работы, работы онлайн. И такую работу мы подготовили. Мы разработали несколько рубрик, которые шли и до сих пор идут ежедневно. В разные дни разные рубрики. Например, в понедельник у нас идет рубрика «Реликвии Гончарова из собрания музея». Во вторник мы публикуем материалы по рубрике «Один день из жизни Ивана Александровича Гончарова». В среду публикуем материалы страницы жизни и творчества Ивана Александровича Гончарова. В четверг мы вели рубрику под названием «По симбирским местам обрыва». Эта рубрика в мае закончила свою работу, и теперь мы ведем другую под названием «Вокруг света с Гончаровым», где рассказываем о реалиях, о моментах, которые сопровождали Ивана Александровича в его кругосветном плавании в Японию. В пятницу у нас присутствует рубрика «Занимательный Гончаров». Все материалы вы можете найти в наших соцсетях ВКонтакте «Музей Гончарова», в Твиттере «Музей Гончарова» и «Дом Гончарова» и на нашей странице в Инстаграме «Музей Гончарова» она называется. Также в это непростое время мы выбрали такой формат, как онлайн-лекции. Поскольку наши посетители не могли во время карантина посещать музей, не могли смотреть нашу экспозицию, мы предлагали варианты онлайн-лекции для тех, кому интересна жизнь и творчество Ивана Александровича. И мы таких лекций записали 11. Лекции выходили и выходят, до сих пор мы продолжаем их записывать, и они выходят на странице ВКонтакте Краеведческого музея и также дублируются на странице ВКонтакте музея Гончарова. И выходят эти лекции при поддержке портала Культура РФ. Такие лекции мы записали, которые вы уже сейчас можете посмотреть. «Тайна старинных портретов», «Герои романов Гончарова в современном мире», «Сувениры путешествия», «Обломов и Штольц. Восприятие молодых», плакаты к выставке «Роман Обломов. 140 лет» из собрания музея, «Петр Сергеевич Бейсов. Фронтовик, педагог, гончарововед», «День памяти Ивана Александровича Гончарова в Ульяновске в 1941 году», «50-летие со дня смерти писателя», «Дом Гончарова. Три века в истории Симбирско-Ульяновска», «Симбирские реалии в романе Обломов», «История симбирских городских часов», «История публикации книги очерков Гончарова. Фрегат Паллада». Мы продолжим и дальше записывать онлайн-лекции. До конца июня и в июле у нас планируется выпуск
новых онлайн-лекций. Следите за нами, читайте, слушайте на страницах ВКонтакте Краеведческого музея и музея Гончарова. Мы, конечно, не могли обойти вниманием день рождения Ивана Александровича. Я уже сказала, что состоится день рождения Ивана Александровича 18 июня. И в этом году наша программа также носит онлайн-характер. Поскольку мы не можем проводить мероприятия массовые, то мы перенесли нашу работу в соцсети также. У нас подготовлена большая обширная программа. Начнется наш день в 10 утра онлайн-проектом «Вокруг света» с Гончаровым. Это будет летопись плавания Ивана Александровича Гончарова на фрегате «Паллада». Также весь день для вас, наших слушателей и зрителей, мы будем публиковать видео приветственных слов от лауреатов Международной литературной премии имени Ивана Александровича Гончарова и также исследователей творчества Ивана Александровича Гончарова. Также в течение всего дня будет проходить онлайн-акция «Читаем Гончарова», где мы, сотрудники музея Гончарова, сотрудники культурных учреждений нашего города, будут читать отрывки из произведений писателя. В 10:30 мы планируем провести онлайн-флешмоб, который будет называться «Поделись книгой Гончарова с другом». Флешмоб по нынешним временам очень современный, очень востребованная такая форма, и я думаю, вам будет интересно это посмотреть. В 11 часов мы планируем провести возложение цветов к памятнику Ивану Александровичу Гончарову в сквере писателя. Там у нас тоже запланирована небольшая программа с выступлениями исследователей творчества, почитателей творчества, лауреатов премии Гончарова и самим возложением цветов. В 11:30 мы будем в наших соцсетях публиковать открытки «Гончаровские памятные места». Эти открытки расскажут о памятниках и памятных местах, которые располагаются в нашем городе, в Ульяновске, и посвящены они Ивану Александровичу Гончарову. В 12 часов мы будем размещать в соцсетях видеообращение потомков семьи Гончаровых. Потомки по линиям брата Николая, сестер Александры и Анны живут в разных городах России, и лично они присутствовать не смогут, но они прислали нам видеообращение, которое мы также будем вам демонстрировать. В 12:30 мы будем публиковать видеосюжет «Подлинный портрет Елизаветы Васильевны Толстой» в экспозиции музея Гончарова. Елизавета Васильевна – возлюбленная Ивана Александровича. Ее подлинный портрет – это реликвия, которая поступила в наш музей, фонда музея, не так давно. И об истории этого поступления мы расскажем в этом видеосюжете. В 13:00 будет публиковаться как раз очередная наша онлайн-лекция. Называется она «Гончаров и Симбирск». И лектор расскажет о связи Ивана Александровича с родным городом, которая не разрывалась в течение всей его жизни. В 14:00 для вас мы подготовили мастер-класс, который называется «Вещественные знаки невещественных отношений». И там мы представим вариант, как сделать желтый цветок, символ как раз этих невещественных отношений, из бумаги в стиле оригами. В 15:00 у нас будет публиковаться очень интересная лекция. Лекция доктора филологических наук, профессора, лауреата Международной литературной премии имени Ивана Александровича Гончарова, Ивана Владимировича Пыркова. Иван Владимирович... Он
не только лауреат премии Гончарова, но также он член Союза писателей России, член Союза журналистов России. И особый интерес его – это как раз творчество Ивана Александровича Гончарова. Он участник также наших международных гончаровских конференций, большой друг музея. И в этом году, к 208-летию писателя, он подготовил лекцию, которая называется «Очень интересно. Не подходите вы с холодом. Обломов и самоизоляция». Здесь Иван Владимирович поведет речь об образе жизни знаменитого героя романа Гончарова «Обломов» в зеркале русской самоизоляции. И в своем канале, на своем канале «Литератор» в Ютубе Иван Владимирович очень интересно написал: «Обломовщина нас погубила? Да нет, она нас спасет. Смелее, друзья, имейте мужество не вставать с дивана. Обломов – идеал самоизоляции, самоуглубленности и философского взгляда на жизнь». Я думаю, эту лекцию вам тоже будет очень интересно посмотреть. В 16:00 мы подготовили для вас онлайн-викторину «Знаете ли вы Гончарова?». Викторина занимательная, интересная, с вопросами о жизни Ивана Александровича и о его творчестве. Если вы будете знать ответы, пожалуйста, вы можете в соцсетях на эти вопросы отвечать. В 17:00 тоже очень интересный проект у нас пройдет. Называется он «Музыка под парусом паллады». И публиковать мы будем романсы, которые упоминаются в книге очерков Ивана Александровича «Фрегат Паллада». И к этим романсам будут небольшие аннотации как раз из этой книги очерков. Такая интересная и обширная онлайн-программа ждет нас в этом году. В новых условиях мы по-новому действуем, по-новому работаем. Я надеюсь, что эта программа будет вам интересна. Вы будете следить за нами в соцсетях, на наших сайтах. Пожалуйста, смотрите. Я с удовольствием хочу поздравить вас с днем рождения Ивана Александровича Гончарова. Продолжаем гончаровскую тему в нашей литературной гостиной. Хочется представить вам писателя, лауреата гончаровской премии Ольгу Георгиевну Шейпак. Она прочтет свое эссе, посвященное Ивану Александровичу Гончарову. Наш город ассоциируется у меня с облаками сирени, ароматом любви и обликом Гончарова. Поэтому однажды родилось вот такое эссе «Запах любви над городом Гончарова». Праздничную радугу красок разбрызгивал май, когда я впервые оказалась на родине Гончарова. Весь город был окутан облаками сирени. Она игриво ловила в свои сети влюбленных. Их было много на венце. Я окунула лицо в душистую кисть сирени. Дурманящий аромат перенес меня в мир Гончарова, к его героям. Здесь когда-то Илья Обломов и Ольга Ильинская впервые в жизни почувствовали запах любви. Я завидую Обломову. Он позволял себе наслаждаться высокими помыслами, быть образцом нравственной чистоты. Разве это возможно ныне? Душа кричит. В нашем фальшивом мире нет Обломовых. Люди заняли два полюса. Одни живут в глубоком летаргическом сне, другие в суете. Время от времени и те, и другие пытаются поменять полюс.
и обрести точку опоры, но не находят. Кто в юные годы знает, для чего рожден? Не испытав страданий, мы думаем, что жизнь дана для удовольствий, что любовь – это вечный праздник, а главный признак любви – плотская страсть. Когда же страсть уходит, нам кажется, что и любовь ушла. Герои Гончарова не сгорают от любви и ревности. Они чисты и возвышенны, а любовь понимают как жертвенность. Ольга Ильинская пытается разбудить Обломова и подарить ему утраченную жажду жизни. Вера в обрыве приносит в жертву свою чистоту. Обе они находят счастье в браке, в котором нет пагубной страсти. «Истинная любовь иная, — уверен Гончаров, — она чиста, как ветка сирени. В каждом своем романе писатель изображает честную, добрую натуру, идеалиста, ищущего правды. Но разве возможна подобная чистота в современном мире, где торжествует теория социального дарвинизма? Выживает тот, у кого локти сильнее». Впрочем, и 100 лет назад было то же самое. «Вечная игра дрянных страстишек», — возмущался Гончаров. «Сплетни, пересуды, щелчки друг другу. Все это мертвецы, спящие люди. Скажите мне, счастлив ли румяный и здоровый толстяк, сидящий на пуховой подушке и смотрящий полусонными глазами на людей без всякого к ним участия? Он несчастлив, потому что не любит, не ненавидит, не наслаждается и не мучается. Чтобы жить в полном смысле, надо упражнять свои чувства, надо потрясать их до самой таинственной глубины, извлекать из них звуки громкие, чтобы вы не могли ни на минуту забыть, что вы живы». Я смотрю на влюбленную пару. Юноша принес в ладонях гроздь сирени и протягивает девушке. Она ловит губами душистые соцветия и жмурится от счастья. Возлюбленный подарил ей свою нежность. В этот момент и я чувствую, как все вокруг напитывается любовью. Молодая трава, цветущие кусты, ожившие деревья. Нет, мир не лишился Обломовых. Страшно подумать, что будет с нами, если это случится. Тогда и жить незачем. Без любви, без добра, и Бога в этом мире быть не может. Новые и новые скважины прорезают кровоточащие земные артерии, стонет мир от цинизма, цивилизации, а где-то на дальней провинции плывут сиреневые облака. Запах сирени пьянит влюбленных, и по-прежнему Илья Обломов и Ольга Ильинская не могут надышаться ароматом любви. Дорогие друзья, журнал «Симбирск» отмечает день рождения писателя тематическими публикациями. Июньский номер журнала «Симбирск» открывает эссе Ивана Васильцова, лауреата Гончаровской премии «Мой Гончаров». В частности, автор пишет: «Для меня
Иван Гончаров – это возвращение. Всегда возвращение. Это сбережение неоскорбляемого уголка души, сохранность личностных воспоминаний и драгоценный свиток памяти русской словесности. Так пишет Иван Васильцов. Тему на страницах журнала продолжают хранители дома Гончарова. Елена Клевогина в статье «К родословной Гончаровых» рассказывает о потомках Михаила Юльевича Левенштейна. Автор статьи сообщает много интересных фактов. В частности, читатель узнает, как мальчик, исполнявший роль Сережи Каренина в знаменитом фильме «Зархи», связан с родовой ветвью Левенштейном, а значит, и с семейством Гончаровых. Очерк заведующей историко-мемориальным центром музеем Ивана Александровича Гончарова Ирины Смирновой посвящен судьбе симбирянина Павла Федоровича Унтербергера. Семья Унтербергер состояла в родственных отношениях с семьей Гончаровых. Об этом подробнее вы узнаете, прочитав полностью очерк. Но хотелось бы сказать несколько слов об этом известном и замечательном симбирянине. Павел Унтербергер внес большой вклад в освоение Дальнего Востока. Интересен и тот факт, что Павел Федорович поддерживал, живя на Дальнем Востоке, молодого ученого и писателя Арсеньева, всем известного автора книги «О Дарсу Узала». Очень интересна личность самого Павла Федоровича Унтербергера. Он по праву занимает место в ряду знаменитых симбирян. На страницах журнала «Симбирск» гончаровская тема звучит постоянно. В одном из номеров 2020 года мы опубликовали статью сотрудника музея Гончарова Ирины Маршаловой под названием «Обломов бросает вызов времени». Испытания временем прошли не только книги Ивана Александровича Гончарова, но и его персонажи, которые живут своей собственной жизнью. Знаменитый писатель, наш Гончаров, земляк, родной и близкий сердцу человек. И снова хочется процитировать эссе Ивана Васильцова, опубликованное в июньском номере журнала «Симбирск». Поговорить с Ильей Ильичем Обломовым все равно, что побывать в березовой роще, где гулял еще ребенком. Андрей Штольц, все знающий и понимающий, выразил, пожалуй, главное в национальном образе Обломова. Но лично для меня береза – это дерево Гончарова, пишет Иван Васильцов, и дерево родного Ульяновска-Симбирска. И теперь, когда я читаю Гончарова, не смею даже помыслить о слишком ко многому обязывающем цветаевском притяжании, мой Пушкин, мой Гончаров. Но тем не менее, упрямо пытаясь отыскать среди боковых аллей гончаровского творчества и свою, заветную, куда, как говорил Иван Александрович, совсем по другому поводу, не все доберутся, так вот, когда открываю Гончарова, как будто возвращаюсь в далекое детство, слышу шелест берез и отцовский голос и вижу радующую глаз березовую даль. Иван Васильцов родился в Ульяновске. Он сын нашего замечательного поэта Владимира Пыркова, но живет и трудится сейчас в Саратове, продолжая любить свою малую родину. И далее он пишет так. «Если найдешь в себе силы развернуть скатку дорог и расстояний и впустить в себя масштаб гончаровских панорам, увиденных писателем с высоты Волжского обрыва, то и обретешь немалое. Ну, например, уверенность в том, и тут важные слова находит Иван Васильцов,
уверенность в том, что слово добра и справедливости, даже не озвученное, а всего лишь проговоренное мысленно, значит многое, еще как многое значит. Или незряшную надежду на чудодейственную силу луча гуманитета. Гончаров – это выбор пути, как мне кажется. И это не статичное имя, застывшее на века в скрижалях литературной истории, а скорее само движение. Какой направленности каждый решает для себя сам. Очень хотелось бы сказать еще, что для меня Иван Гончаров – это будущее, это новые встречи и откровения. Но осекусь, пожалуй, помолчу, просто прислонюсь к березовому стволу, пишет Иван Васильцов. И завершает он свое замечательное эссе так. Что не говорите, а Иван Гончаров – это Симбирск. Мы благодарим Ивана Васильцова за творческое участие в нашем журнале «Симбирск» и надеемся, что гончаровская тема будет продолжена в новых выпусках журнала. Дорогие друзья, мы подготовили для вас эту программу, программу, посвященную Ивану Александровичу Гончарову. И в завершение мне хотелось бы прочесть свои стихи и сейчас связать их с еще одним именем, дорогим многим ульяновцам, с именем Кларины Шатько, народная артистка России. Читала эти стихи на традиционных гончаровских праздниках. А мне хочется сейчас завершить программу именно этими строчками. Хлещет ливень над Винновской рощей, в блеске молний усадьба видна. В эти душные, темные ночи ты бессильно стоишь у окна. Ты сестра мне, подруга? Не знаю. Вера, верю в твою чистоту. Ощущение близкого края нас роднит и манит в высоту, чтоб взлететь, не сорваться, об ветки не задеть, а парить высоко нам над Волгой, над белой беседкой, над обрывом опасно, легко. И под властью волшебного дара я замру тихо книгу, закрыв все сильней гончаровские чары. Все роднее Обломов обрыв. Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. До новых встреч в литературной гостиной журнала «Симбирск».